ваш лучший воин! На! А! Хватит! Я рассказал ему все, что знаю! Я здесь! С монголами был некий Ясухиро. Он хотел выведать секрет небесного удара. Увел с собой моего деда. Твой дед в большой беде. Куда они ушли? На старое учебное поле. Место для поединков на берегу Камацу. Умоляю, спасите его. Yeah!
Никак нельзя, чтобы Ясухиро изучил удар. Спасите! Кто-нибудь! Все будет хорошо. Господин, я думала, что умру здесь. Мы для них рабы. Нас даже не кормили. Ты в безопасности. Тебе есть к кому обратиться за помощью? Последний раз я видела родных в Цуцу. Хотела нагнать их по пути к Ахаме, рыбацкой деревне. Но у дороги был монгольский лагерь. От их всадников не сбежать. Я разберусь с монголами на дороге, а ты пока не ходи по трактам. Хотите! Буду погибать, заберу и тебя с собой! Ему не победить! Не уйти! Дерево свалили, чтобы перебраться. С Ясухирой пришли монголы. Thank you.
Видимо, это и есть арена Сигинори. Я опоздал. Чем же Ясухиро занимался? Бедняга. Ясухиро его убил. Этот клинок сразил многих. Следы еще свежие. Ясухиро Кога, стервятник мятежа. Ты совсем не изменился. Ты был еще щенком, когда горела Ерикава. 15 лет я мечтал перерезать глотку Симурия. Ты не доживешь до встречи с ним. Старик научил меня легендарному удару, прежде чем я его прикончил. Я покажу. Вижу, Симура не слишком хороший учитель. Ждешь, мальчишка? Я не жду. Я наблюдаю, изучаю. Небесный удар тебе не помог. Ты не заслужил такой судьбы. Обещаю, я буду использовать технику Сигинори, чтобы защитить Цусиму от врагов.